Если вы не знаете, какой напиток выбрать, чтобы он был вкусным и очень полезным, то отдайте свое предпочтение томатному соку. В его состав входит железо, магний, медь, марганец, кальций, калий и другие минеральные вещества, необходимые нашему организму. Томатный сок очень полезен для сердца за счет входящего в его состав витамина В6, который способен укреплять стенки сосудов. Также благодаря соку снижается риск развития тромбоза. Еще он показан при варикозе для борьбы с гипертонией и стенокардией, а также для устранения последствий инфаркта миокарда. Длительные перелеты способны провоцировать застаивание и плохую циркуляцию крови, поэтому во время полетов рекомендуется выпивать хотя бы стакан томатного сока. Более того, с помощью сока можно предупредить образование тромбов, а для офисных работников и тех людей, кто ведет малоподвижный образ жизни, сок – это шанс предотвратить образование тромбоза вен на ногах. Не менее полезен сок и для кишечника. Он отлично помогает при запорах. Клетчатка, входящая в состав сока, положительно отражается на работе кишечника, повышая тонус кишечной стенки. Также томатный сок наделен желчегонным, мочегонным, антибактериальным и противовоспалительным действием. С помощью сока можно выводить шлаки и токсины из организма, улучшать работу печени и почек, а за счет антиоксидантных свойств сок является отличной профилактикой развития рака и образования проблем с предстательной железой. Но не стоит пить сок при подагре, язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчных путей и аллергии.